Всероссийский мастерский турнир по самбо среди женщин на призы клуба «Патриот» состоялся в Новороссийске. В состязаниях приняли участие мастера самбо из всех регионов России и стран СНГ. Прибыли и самбистки из Луганской Народной Республики. Боролись в 9 весовых категориях, при этом на турнир допускались спортсменки, имеющие квалификацию не ниже первого взрослого разряда по самбо. Сочи на всероссийском турнире представили тренеры-преподаватели детско-юношеской школы номер 17, спортсменки спортобщества «Динамо» Екатерина Поликашина и Анастасия Ячевская. В своих весовых категориях они заняли первые места.